Вот когда приеду, буду играть в этой уже форме. Да. Это ваш номер? А, ну отлично уже. Самый любимый Лукашенко. 0-1 ни у кого же нет у нас. И один есть, но 0-1. 0-1 нет. Да. Здесь пожелание, значит, для вас тоже, когда приедете. Спасибо. Чтобы не пытались покинуть его. Спасибо, спасибо. А у нас есть наш левша, Сергей Никоненко. Он сделал для вас вашу фамилию, первый номер сборной команды Беларуси. И это клюшка. Клюшка золотая. Спасибо. Шайба тоже золотая. Ну, левша есть левша. Спасибо. 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 Приезжай чаще. Спасибо. И привет «Авангарду» передал. Я очень внимательно слежу, и хоть это все россияне, но за Омск болеют. Я так и понял, что у вас это религия, людей много, гонят команду, поддерживают. 12 тысяч человек всегда. Да. 12 тысяч на арену. Единственный город в России, который заполняет на каждую арену 12 тысяч человек. Это точно. Ну и из всех регионов у вас хоккей в Омске. Даже как-то удивительно для меня в свое время. Руководители, вы всегда там на месте бываете, часто показывают. Ну, молодцы. И пусть это будет таким пунктом притяжения людей. Лучше пусть хоккей играют, чем мы будем воевать. Спасибо. А можем все вместе? Можем все вместе? Нужно. Нужно. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое.